Менее удачные игры складываются у нашего клуба «Арктика». Команда сыграла второй домашний матч против Брянска в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги. На родном поле матчи «Арктики» как-то не задались. Первую встречу против команды из Брянска мурманские хоккеисты, несмотря на упорную борьбу, проиграли. Итоговый счет на табло застыл на отметке 2-4. Во второй день отыграться у наших тоже не получилось. Впрочем, «Арктика» была близка к ничьей. Встреча закончилась со счетом 2-3 в пользу гостей. Это четвертое по счету поражение заполярного клуба. Возможность показать себя будет 3 и 4 ноября, когда в гости к мурманчанам приедет хоккейный клуб «Видное». Я хотел бы обратиться ко всем болельщикам. Хотел бы извиниться за всю команду, то есть... То, что так получилось, 4 игры проиграли, неприятно, да, но мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу энергию, ну, просто так не получается пока. Будем стараться дальше работать над этим. Просим вас не уменьшать качество поддержки. Вот, и мы обязательно выиграем, поработаем над ошибками, и все придет.